Приветствую тебя, моя любимая Херсонщина, моя родная Украина. Честно говоря, такой пошел шквал звонков и сообщений по поводу заявлений о том, что начинают собирать областных депутатов Херсонского областного совета, проводить сессию, какие-то референдумы, какие-то, блядь, республики. Друзья, на сегодняшний момент системно областных депутатов никто из орков, по нашей информации, скажем так, настойчиво не беспокоит. Позиция у всех, с кем на связи, в первую очередь те, кто сейчас все вместе мы занимаемся гуманитарными вопросами, что Херсонщина завжди была, и это будет Украина. Ну а раз уже шум пошел, мы сейчас уже набрасываем не звернення, но, скажем так, коллективное письмо от депутатов Херсонского областного совета. Там будет и про Херсонщину, и про наших орков, и про военный корабль, и про гуманитарную катастрофу, которую оккупанты устроили в Херсонской области, блокируя гуманитарные коридоры и конвои. Там будет про все. Друзья, слава Украине! Єднаємось! Все буде Україна! С таким президентом, с таким народом нас никто никогда не сможет победить.